Даша. Ну, глупо делать вид, что мы не знакомы. Что было, то было, мы же можем нормально общаться. Ну да. Тогда привет. Привет. И пока. Пока. Делаешь вид, что ничего не произошло? Ну. Не надо трогать чужое. Сестренка, тебе козе уже 20 лет. Пора самой на шмотки зарабатывать. Еще раз мои возьмешь, руки оторву. Увидеться с твоим папой. Послушай, Никит, я тут подумала, а может быть нам вернуть Михаила Джековича на место управляющего? Да все у него в порядке со здоровьем, просто скромничает. А Софию-то пристроим, не вопрос. Да никогда он не попросит сам, ты же его знаешь. Гордый мавр. Подумаешь? Угу. Спасибо. Гордый мавр дрыхнет без задних ног. Красавец, ты бы еще прилег здесь. Подвинься. Мы на бугун сени гургуну гилдим. Суйрымды мини билгени гилдим. Бирге жаныңа мен жүргүнү келдим. Алло, гараж. О чем мечтаем? Не мечтаем? Я этот... свадьбу думаю. Жениться хочу. Да ладно. Ну, ты знаешь, жениться на ком, а? На женщине. Мало. Кеша, только муж шибанула, а? Не шибанула. Просто я ей нравлюсь. Она мне тоже нравится. Она говорит, красивый, говорит. Она же тебя старше. Ромео. Как говорил один поэт, фамилию не помню, любви все паспорты покорны. Все возрасты. Возрасты, тем более. Ну как, ему понравилось? Судя по чаевым, даже очень. Михаил Жикович, я же просила, чтобы в отеле не было этих девиц по вызову. Каких девиц? Не держите меня за дуру. Я путану узнаю, даже если вы с ней по-японски будете разговаривать. Я выполнял желание гостя. Теперь выполните мою. И перестаньте превращать отель в бордель. София, я вас ищу. Да? Мой отец возвращается из Милана и хочет остановиться здесь. Займитесь им лично. А может, я? Мы с Андреем Николаевичем давно знакомы и... Михаил Джекович, вы много с кем знакомы, это не всегда идет отелю на пользу. Лучше уж я сама. Мне кажется, Михаил Джекович прав. Отец знает его, он знает отца. Это было бы логично. Спасибо. Я не подведу. Еще как подведу. Вот облажаюсь Дягилеву, никто меня управляющим не сделает. Шарше ля фам. Боишься, что твою Софию за тебя уволят? Она не моя. Уже. А вот просто отказаться нельзя? Ну, ты же знаешь Элеонору. Если она что решила, да и знает она, что я хочу быть управляющим. А, так ты все-таки хочешь. Но не таким способом. И не такой ценой. Подытожу услышанное. Ты не хочешь быть управляющим, которым ты хочешь быть. Угу. Угу. Метущаяся русская душа. Кажется, Света знает. Ну, про нас. Откуда? Ну, уж точно не от меня. Кажется, я знаю, кто мог проболтаться.
Сеня! Да? Ты кому-нибудь рассказывал про нас, Даша? Никита Андреевич, что такое говорить? Сеня, если хоть слово. Да я могила. Ну, ответишь, все нормально. Не может она знать. Алло. Сеня, у Никиты что-то с Дашей? А с какой? С Канаевой? Марин, это не наше дело. Патимейкер, патимейкер. Мы на бугу сели, Слышь, Шакира, ты либо петь научись, либо рот закрой. Зачем так говоришь? Анжелика хорошо поет. Ты розетку починил? Розетку сделал, лампочка сделал, и даже вот утюг с верхней полки сделал. Молодец. Не то, что твой начальник. Я его 2 недели просила этот утюг починить. Слышь, поп-звезда, ты все мужа ищешь, а тут такое золото пропадает, а? Смотри. И хозяйственный, и симпатичный, а? Смотри какой. Ай. Че это тебя вдруг, Валентина Ивановна, по голове гладила, а? Потому что я золото хозяйственный, а мне жениться надо. Еще она сказала, что я лучше, чем ты, да? А, ну раз так, тогда иди вот сам фаянс в номере поменяй. Лучше, чем я. А, Андрей Николаевич. Здравствуй, Мишенька. Добро пожаловать. Да, да, да. Сейчас проверю, готов ли номер, и провожу вас. Угу. Пока выпьете что-нибудь, все за счет заведения. То есть за счет вашего сына. Не-не-не, Никита еще успеет за меня заплатить. Я схожу пока за кошельком. Вкусненько. Мой зайчик меня обедом накормил. Алло. А? Опять на Канаеву заглядываешься? Нет. Что я на тебя заглядываюсь. Мне кажется, она все-таки что-то подозревает. Уволь меня. Правда? А ты не обидишься? Да я имею в виду типа уволь. При свете, наори на меня. А потом я типа извинюсь, а ты меня типа вернешь на работу. Но зато она точно будет знать, что между нами ничего нет. Канаева! Чтобы я в последний раз это видел, а то будешь уволена. Если так уволь, нормально? Прошу. Так, раздевайся и жди. И не забудь сказать, что это я тебя вызвал. Андрей Николаевич, ключ от вашего люкса. 313. Спасибо, Мишенька. Приятного отдыха. Михаил Чекович, вас в 313 вызывают. Андрей Николаевич срочно вызывал. Я в курсе. Проходите. Ну, рассказывайте. Я могу все объяснить. Да уж, пожалуйста, объясните, как вам удалось угодить моему отцу. От него все отели Европы плачут. Спасибо, Миша. Порадовал. Супер совет. То есть у вас никаких претензий? Нет, ну одна есть. К тебе, Никита, и к тебе, Ира. Ну что ж вы такого человека из управляющих выгнали? Ну? Так мы только сегодня обсуждали возможность возвращения Михаила Джековича на управленческий Олимп, если он, конечно, не против. Как-то это неожиданно. Ну, зато заслуженно. Да, Михаил Джекович, не скромничать. Сейчас Павел вернется, мы подпишем приказ, и вы наш новый старый управляющий. Андрей Николаевич, хорошего отдыха. Вы... В надежных руках. Да-да-да-да-да. Миша, задержись. Мы там с Жанной в спальне немного пошалили. Прокинули вино. Постель надо заменить.
И еще. Вечером суперсервис надо повторить. Я извиняюсь, ты кто из вас, Паша или Ярик? Паша. Как раз тебя ищу, братан. Помоги, пожалуйста, а? Одной красивой я хочу стриптиз сделать. Я не понял. Ну ты ее позовешь, типа, по работе? Нет. Она приходит, а там вино, фрукты, и я такой, стриптиз. Сюрприз. Ты, слушай, точно, сюрприз же, да? Ты представляешь, как бы я чуть не опозорился бы. Ну ладно, что, поможешь? 500 рублей. Давай 100. 300. Давай 100 и чебурек, чтоб ты вот всякую фигню не ел, да? Все, давай, спасибо, молодец. Света на месте. Давай. Никита Андреевич, я насчет должности управляющего. Михаил Джакович, давайте не сейчас, а? Да, но... Извините. Можно аккуратнее? Я сейчас все уберу. У нас отель, а не коровник. Себя убери, ты уволена. Никита Андреевич, это произвол увольнять горничных за такие мелочи. Михаил Джакович, не лезьте не в свое дело. Это мое дело. И я считаю, что вы не можете. Это мой отель. Ах так? Тогда я отказываюсь быть управляющим в отеле, где не уважают права человека. И не будете? Вот и отлично. Пойду исполнять обязанности заместителя управляющего. Сделайте милость. Ты еще здесь? А что случилось? Никита Канаева уволил. О, как! Прям сериал у них. Какой сериал? У кого? Ты о чем? Ни о чем. Я ничего не знаю. Анжелка, тебя Джекович в 37-м ждет. А тебя ждет гастрит и изжога. Что ему надо? Не знаю, сказал срочно. Куценко, в 313-м надо постель поменять, вином залили. Во-первых, у меня смена закончилась. А во-вторых, меня Джекович вызвал в 307-й. Смена у тебя закончится, когда я скажу, давай мухой белье менять. А к Джековичу я сама схожу. И переоденься в форму. У нас отель, а не деревенская дискотека. И чего ты вдруг решил Канаеву уволить? Да потому что у нее руки растут не из того места. Милый, ты когда врешь, у тебя уши краснеют. Так, это мой отель. И я могу уволить, кого захочу. А что, в ресторан с девушками ходить больше не модно? Туалет и новый тренд. Ладно, спрошу Канаевой. Подожди. Послушай, я уволил ее из-за него. То есть из-за нее. То есть из-за тебя. В общем, он хотел поставить ее на твое место. А я что говорю? Ты представляешь, как я разозлился? Свалите уже, а? Вот из-за вас красивые сервы расслабиться не могут. И снова здравствуйте. Жанет, я тебя сегодня не сильно эксплуатирую. Миш, все нормально. У меня ипотека. Света, дай даме ключ от 313-го. Клиник, ты знаешь, дорогу тоже. Вам сюда нельзя? А Михаил Джекович сказал, что можно. А я уволю Михаила Джековича, пока охрана будет выводить вас на улицу. Я сама. Я говорила, чтобы подобных личностей в отеле не было. А я тут при чем? Это охрана должна была... Какой у вас коэффициент интеллекта? Что? Я не знаю. Проверьте. Возможно, с вашим не место на ресепшн. Аймек, унитаз поменял? О. По какому случаю банкет? Какой банкет? Так, вино попьем, фрукты, туда-сюда. Да, сейчас с тобой вино пить буду, что ли? Зачем с тобой? У меня теперь женщина есть. Правда, денег на ресторан нет. Я думал, если
номере унитаза нет, он, наверное, не нужен. Можно же, да? Оп, звонок, подожди. Алло. Все передал, встречай свою красавицу. Ага. Все, молодец, хорошо. Дядя Боря, она уже идет. Что-то мне так нервно, что животе нехорошо. Дядя Боря, как брата тебя попрошу, ты ее здесь подожди, скажи, Айбек скоро придет, хорошо? Может, мне вместо тебя еще сбегать заявление в ЗАГС подать? Дядя Боря, если бы я старый унитаз не снял, я бы тебя даже не просил бы. Зачем хорошей женщине настроение портить? Грустный будет ходить, плакать будет. Да черт с тобой, может, оно и судьба. Вот, дядя Боря, молодец. Руки-ноги потом целовать буду, а? Я как сайгак туда-сюда обратно, а? Давай. Ну что, за тебя, старый дурак. А где Михаил Джекович? Михаил Джекович где? Я не в курсе. А вот жених ваш обещал с айгаком прискакать. Так, а кто там у нас в кроватке? Я тут в кроватке. А где Жанна? Я не знаю, про кого вы мне сказали, я пришла. Ты мне не нравишься, уходи. Сейчас сделаю свою работу и уйду. Не надо делать никакую работу. Иди отсюда. Все. Ничего не надо, иди отсюда. Что вы себе позволяете? Я клиент, мне можно. И скажи Михаилу Джековичу, чтобы больше таких не присылал. У меня на толстых аллергия. Ты что такие слова плохие говоришь? Ты еще тут кто такой? Я ее жених. А ты ишак паршивый, понял, да? Давай, по каналу. Что, последние мозги пропили? Какой я бег? Который лучше меня, за которого вы замуж вроде как собираетесь. Эй, банана тебя зарежу! Что здесь происходит? Что это такое? Вот этот, мою невесту плохим словом назвал. Какую невесту? Я эту невесту у себя в постели нашел. А где я белье пересылать должна была? В ванной? Подожди, вот твоя невеста. Я Валентину Ивановну очень уважаю, конечно, но для невесты она старая чуть-чуть. А я ты что говорил? Не вообще старая, а для него. Ты перестаньте меня трогать! Руки убери, моя девушка, эй! Вы все идиоты! Что, уволили? Нет. Я извинилась, и Никита Андреевич меня оставил. А передо мной не хочешь извиниться? Никита мне все рассказал. Сам рассказал? Нет, я его пытала. Как тебе только совести хватило. Свет, прости, пожалуйста. Это все как-то случайно вышло. Я была очень расстроена, он предложил меня подвести, и это был только один раз. Что было? А что, с Никитой что-то было? А он что тебе сказал? То есть ты спала с Никитой? С моим Никитой? Свет, я надеюсь, ты не собираешься со мной драться? Нет, не собираюсь. Свет, ты чего? Неприятно, да? Вот примерно так же неприятно, когда спят с твоим парнем. Мальчики, может, вы как дети? Ну, извинитесь друг перед другом и помиритесь. Я, в принципе, не против. А я против. Ну, и я тогда против. Ты какого мою девушку увольнять собрался, м? Ты кто вообще здесь? Бог? Царь? Ты пол бога и пол царя, понял? Я именно так ему и сказал. Вот, Миша, красавец, вот так должен начальник защищать своих подчиненных от хозяев, которые нюх потеряли. Вот, и именно поэтому я и предлагаю повысить Михаила Джекович. Согласен. Миш, мы тебя повышаем. Как? Как? Большинство голосов как? Вот, я за.
Поздравляю. Да, пап. Да, здесь. Сейчас. Это вас. Алло, Миша. Ну, спасибо тебе. Ты что мне за девку подсунул? Я же просил ту, которая утром была. Во-первых, она толстая. Во-вторых, хамка. А в-третьих, ее сутенер меня чуть не зарезал. Андрей Николаевич, вы на громкой связи. Вы что, моему отцу путану привели? Ну, она вполне приличная путана. Миша, фу. У нас не трехзвездочная забегаловка. Я считаю, что вам рано управлять нашим отелем. Почему управлять? А что, София? А куда ты его повышать собрался? Да фиг знает, куда-нибудь. Не, Миш, ты извини, но меня София полностью устраивает. Я все понимаю. Извините, что не оправдал вашего доверия. Михаил Джекович, официально заявляю, вы будете оштрафованы. За что? За то, что пятнаете репутацию отеля своими знакомыми. Ну, хорошо. Вам смешно? Если бы ты не спал с Элеонорой, я бы тебя вообще уволила. Мы уже спать или еще не спать? Спать. Завтра важный день. С Алехиным связано? Еще как связано. Я от Никиты ушла. Знаете почему? Мне, собственно, по барабану. Это что, он с вашей Канаевой переспал? Вам тоже по барабану? Пап, как ты мог? Как же мама? Сын. Мы с твоей мамой уже год как расстались. Не хотели тебя расстраивать. Борис Леонидович, вы всерьез хотели нас с Айбеком поженить? Так я это... В принципе, вам счастья желаю. А с кем... Неважно. Я тебя не вызывала. Элеонора Андреевна, вам, наверное, все боятся сказать. Дело в том, что до вас у Михаила Джековича и Софии Яновны был, так сказать, служебный роман.